Серьезно, у тебя были дела? Вот, блин, так постоянно. Все начнут с крыши прыгать, ты тоже начнешь? Да мало ли, что я обещала. Поздно уже, до свидания, да. Ясно. Я. Hey guys, с вами Лиза Найс. Привет, ребята, вы на моем канале, поэтому сегодня я снимаю реально очень крутое видео. Перед началом подписывайся на мой канал, нажимай на колокольчик и включай уведомления на колокольчике. Также у меня есть Instagram, подписывайся. Там выходят прикольные фотографии и много сториз. Поэтому, если ты хочешь больше узнать о моей жизни, то подписывайся на мой Instagram. Также есть мое в ТикТоке. Поэтому, если тебе не сложно, если ты есть в ТикТоке, подпишись на меня, пожалуйста. Сегодня будет такой как бы скетч. Каждая мама такая. Стоп-стоп, немножечко не так. Тогда сегодня будет скетч «Каждый подросток такой». А вообще сегодня будет видео. Каждое отношение подростков с родителями такие. Поэтому смотрите видео до конца. Ребят, на самом деле у каждого в жизни, ну вот особенно, ну не у каждого, возможно у каждого, я надеюсь, я так предполагаю, что каждый увидит себя в этих ситуациях. В общем, мы каждый день практически сталкиваемся с разным мнением подростков и родителей. Вот, иногда мы ссоримся, иногда мы все-таки находим какие-то компромиссы. Так вот, мы как раз сегодня вам покажем такие вот конфликтные ситуации, в которых мы все-таки учимся находить компромиссы, чтобы всем было удобно, всем было комфортно и у всех было классное настроение. Смотрите видео до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Погнали! А в другую сторону. Вот смотрите, какая как? Разница? В ту сторону. Раз, два, три. Поехали! Короче, погнали. Да, поехали. Алло. Да блин, почему ты не брала трубку? Я не понимаю. Ну мы договаривались с тобой погулять. Серьезно, у тебя были дела? Вот, блин, так постоянно, честно. Мы договорились с тобой поехать в Киев. Мы договорились с тобой поехать в кино. А ты просто взяла и сморозила меня. Почему? Я не понимаю. Мы же договаривались пойти и погулять. Лизунечка, в чем дело? Мама, не лезь не в свои дела, пожалуйста. Это мои друзья. Пожалуйста, выключи телефон. Выключи, сбрось звонок. Мама! Сбрось звонок. Почему ты лезешь в мои отношения с моими друзьями? Что это за хамство такое? Как ты разговариваешь с друзьями? Это мои друзья. Так вот у тебя друзья, и ты... Я со своими друзьями так не разговариваю. Лиза, это хамство. И не позволяй, пожалуйста, себе такого. Мам. Чтобы я больше не слышала такого. Понятно? Угу, ясно. Алена, блин, ну мы же договаривались, я не понимаю, как ты просто забила на наши планы, серьезно? Мы договаривались поехать в Киев, поехать в кино, а ты просто взяла и сморозилась. Ну мы же договаривались встретиться, блин, а ты просто не брала трубку. Лиз, Лиз, Доль, котик. Ну понимаешь, просто... Лиз, ты так громко ругаешься вообще, ты что, с подружками своими так ругаешься? Мам, просто, ты понимаешь, просто так получается, то что Настя... Лизонечка, пожалуйста, любой вопрос можно решить более мирным путем. Рассказывай, что у тебя произошло, я тебе, может, помогу чем-нибудь. Мам, слушай, я устроилась на работу, теперь я буду работать официанткой в кафе. Ты что придумала-то? Какая работа, какая официантка, о чем ты говоришь? Детей не берут, во-первых, на работу. Чего себе придумала вообще? Делать больше нечем, заняться нечем. Иди уроки делай, работать она пошла. Мам, слушай, я тут решила устроиться на работу, и я уже узнала, вакансия открыта, по поводу возраста не спрашивают. В общем, я буду работать официанткой в кафе. Ух ты! Слушай, Лиз, это, конечно, очень вообще, ну, мега похвально, что ты думаешь там о будущем, что ты такая самостоятельная, организовала сама себе работу. Но, честно, я бы на твоем месте лучше бы сейчас уделила внимание саморазвитию, учебу в школе. И, поверь, это будет более лучший старт для саморазвития, для самореализации вообще в твоей жизни. Ой, мам, слушай, тут уже все мои друзья пользуются новым айфоном 11-м. Я до сих пор хожу с вот этим. Лизочка, все начнут с крыши прыгать, ты тоже начнешь с крыши Мама, прыгать? Мама, ты обещала мне купить его. Да мало ли, что я обещала. У тебя есть нормальный телефон, пожалуйста, не ходи. Нормальный, ходи, пожалуйста, вот с этим телефоном. Вот. Ничего страшного, походишь с этим. Мам, а помнишь, ты говорила, что купишь мне новый айфон? Просто этот уже совсем старенький. Ну, Лизонечка, он не такой же старенький. Ну, хорошо, да, я помню, я тебе обещала купить новый айфон. Давай договоримся так. Будет возможность, сразу куплю. Хорошо? Окей. Да
ты что, с ума сошла? Это моя вещь. Кто тебе разрешал вещи мои трогать? Мам, тебе спросила. Мам, тебе что, футболки для меня жалко? И вообще, я хотела сделать сюрприз, а ты как всегда на меня ругаешься. Это моя футболка, не трогай, пожалуйста, без спроса. Стой, Лизочка. Подожди, слушай, неужели это моя футболка? Да, мам, прости, просто я хотела за тебя сделать сюрприз, но что-то пошло не так. Ты решила испортить мою вещь? Я хотела взять из нее красивую вещь. Разрешу, оплатила. Сюрприз теперь сделать хотела. Слушай, Лизонь, я очень рада сюрпризам, классно, честно. Но давай так, прежде чем ты возьмешь любую из моих вещей, ты меня спросишь. Лиза, куда ты собираешься? В школу. В школу? Мне кажется, ты на дискотеку собираешься. Что за помада такая у тебя яркая? Ну, быстренько стирай. Мам, я уже взрослая. Как хочу школу, так и иду, ясно? Нет, дорогая, не надо меня позорить. Пожалуйста, пойди и выпей губную помаду. Нет, да. У меня есть свое мнение, и мне так нравится, ясно? Ты сегодня вытираешь губную помаду. Лиза, ты в школу собираешься? Ого, у тебя новая помада? Ну да, мне она нравится. Блин, вообще такая прикольная, классный цвет. Слушай, Лиз, но мне кажется, что попробуй какой-то более светлый блеск. Мне светлый? Кажется, что да, под синий будет, мне кажется, лучше, чем ярко-красный. На самом деле, мне реально очень нравится эта помада, но я думаю, блеск все-таки будет лучше. Слушай, мам, мы сегодня с ребятами, ну, ребята идут на дискотеку. Можно мне? Если можно, немного денежек. Нет, Лиза, какая дискотека? Что ты придумала? Ну все идут. Лиза, нет, нельзя, забудь. Поздно уже, до свидания, да. Ясно. Ясно. Мам, слушай, наши девочки позвали меня на дискотеку. Можно я с ним пойду? Отпустишь? Слушай, Лизонь, ну, честно говоря, уже поздновато для дискотеки. Давай, может быть, в следующий раз вы соберетесь немножечко раньше, чтобы к 9 вы уже были дома. И времени на дискотеке провести достаточно будет, и я не буду волноваться, и вы будете безопасны. Давай? Да. Ребята, я надеюсь, это видео вам было полезным. Если вы узнали себя в одной из этих ситуаций, пишите в комментариях или мне в инстаграме. Ссылка будет в описании. А также, какие выходы из конфликтных ситуаций находите вы? Мы с мамой часто пытаемся найти общий язык, но не всегда это получается. Но если мы ссоримся, то мы сразу же миримся, и мы всегда любим друг друга. В общем, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет в описании. Нажимайте на колокольчик и включайте уведомления на колокольчике. Кстати, а красная помада мне идет или нет? Честно? Выглядит странно. В общем, всех сильно-сильно люблю. Пока!